Безопасный регион – программа, которая включает в себя целый комплекс мероприятий от системы 112 до видеонаблюдения. Реализацию проекта в Щелковском районе обсудили на встрече заместителя руководителя районной администрации по безопасности с представителями общественных организаций. В прошлом году активно продвигалась установка камер видеонаблюдения. В единой дежурно-диспетчерской службе установлено автоматизированное рабочее место, на которое выводится изображение из более чем 360 камер, расположенных по всему Щелковскому району. Все видеоданные записываются и затем хранятся на специальных серверах в администрации района и межмуниципальном управлении МВД России «Щелковская». Сейчас видеонаблюдением охвачены в первую очередь места массового скопления людей и важные социальные объекты. Однако в перспективе программа «Безопасный регион» должна войти и во дворы. Администрацией Щелковского района был разработан проект, в рамках которого возможна установка видеодомофонов при поддержке операторов связи в микрорайонах. При этом собственники квартир будут платить как за обычный домофон. Однако необходимо, чтобы все жители и советы многоквартирных домов поддержали инициативу. В соответствии с этим необходимо, я попросил бы вас, чтобы вы тоже проводили по этому направлению какую-то агитацию. С чем это связано? Я просто вижу, что в каждом многоквартирном доме должен быть все-таки обеспечен видеонаблюдением подъезд, понимаете, и холл. Если система видеонаблюдения и безопасный регион в полном объеме начнет работать по этому вопросу, то у нас уменьшится вандализм, кражи квартирные, которых тоже очень достаточно, угоны машин. Также на встрече обсудили меры противодействия экстремизму и возможность привлечения новобранцев в ряды народной дружины Щелковского района. Общественники поддержали идею активнее распространять информацию о деятельности дружины. Как отметил Евгений Петеримов, в перспективе между администрацией района, правоохранительными органами и общественными организациями планируется подписание трехсторонних соглашений по обеспечению безопасности. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».